Первым, о ком я расскажу, это будет вышеупомянутый Николай Петровский. С Колей мы познакомились через интернет. В интернете некоторое время назад очень активно работало сообщество музыкантов-электронщиков под названием «Тунгусская Electronic Music Society». Поскольку мы с Колей оба еще параллельные электронщики, то вот там мы на форумах и нашлись. И решили реализовать все свои задумки вживую. Коле, собственно говоря, принадлежит идея создания группы, и название «Мы с Луны» тоже придумал Коля. По Колиным материалам на альбоме у нас сделаны «Царство сна», «Южный порт», вот которые только что слышали, композиции «Пурга» и композиции «Каре». В альбоме «Мы с Луны» Коля сыграл большинство гитарных партий, партию губной гармошки и партию альтовой блокфлейты. Помимо музыки, хочу вот сказать Коле огромное спасибо за моральную поддержку и организаторскую работу, которую он выполнил предостаточно. Коля, спасибо! Начинали мы когда-то группу «Мы с Луны», будучи еще дуэтом, тогда еще даже не «Мы с Луны», начинали с композиции «Каре». Вот и сейчас мы тоже начнем с композиции под названием «Каре». Thank you.
Второй пришел, то есть третий, пришел в группу Андрей Шашков. Какая группа без басиста, да? Благодаря Андрею в нашем репертуаре появились «Розовые тапки» и «Изяуха». Это вот вы можете услышать на альбоме. «Розовые тапки» заслуживают отдельной истории. Очень долго Андрей был человеком неразговорчивым раньше, и названия от этой композиции очень долго не было, и мы говорили друг другу: «Ну вот это твое, давай сыграем, соль-мажоре твое». И тогда Коля Петровский, озверев, сказал: «Вот ты сейчас не скажешь любое название от этой пьесы, назову первым попавшимся словом». И как назло, стояли розовые дамские тапочки. Гадкие, гадкие. Да, вот так за этой композицией да, закрепилось название, которое не имеет никакого отношения к содержанию, но следовала дальше история. Однажды на концерте Андрею розовые тапки подарили в честь этой композиции. Так что они... И он в них ходит иногда, говорят, подсказывают мне. Злые языки. Да. Когда никто не видит, видимо. Но стало быть, розовые тапки. Thank you.
дальше. У нас будет очень тихая композиция, дудочная. Так вот, тут Илья Мясин есть, пришел он, участник группы наш. Ну, тем не менее, я про него расскажу. Благодаря Илье у нас в группе появились блокфлейтовые ансамбли. Вот если взять альбом, там есть ансамбль, так он называется, дудки из 4 блокфлейт. Так сложилось, что на то время, когда Илья Мясин играл в нашей группе на клавишах и на блокфлейте еще, пока Паша не пришел, вот, мы стали заниматься вот и таким форматом. Вот. И Илья вот, Мясин вошел в историю тем, что остался вот, как соавтор и как исполнитель в дудках на альбоме. Вот, и сейчас же я хочу представить еще одного практически участника группы. Это Аня Топорова. Анечка здесь. Аня, покажись, пожалуйста. Аня Топорова. Вставай. Наш первый звукореж. Да, наш первый любимый звукорежиссер, концертный звукорежиссер. Отвела с нами огромное количество концертов, составила нам совершенно величественный райдер, который меня поражает своей глубиной и детальностью. Вот. И она помогла записать мне флейту в альбом, настроила все инструменты. В общем, золотые руки звукорежиссера. Если вдруг кому надо, рекомендую. Аня, спасибо тебе за то, что ты с нами провела. Встань, это время. Thank you.
мы начали представлять звукорежиссеров, представим еще двух. У нас звукорежиссер по записи барабанов был Николай Венгержанович. Вот. Он буквально два дня был в группе, но очень эффективно. Во-первых, мы получили записанные барабаны, а во-вторых, он изрядно повеселил нас тем, что после записи он тут же включил Led Zeppelin, мы поняли, что это свой человек однозначно. И потом он показывал клипы очень матерные и очень смешные, пока перегонялись. Вот, собственно, и все, что я могу сказать про Венгержановича. И еще ему большое спасибо передаем виртуальное. Николай, спасибо. Дальше. Второй звукорежиссер, то есть это уже третий звукорежиссер мастеринга, у нас проживает в городе Уфа по имени Спартак Бурангулов. Вот. Со Спартаком мы познакомились еще на той же Тунгуске, где мы познакомились с Колей. Он талантливый. Про Пашу я сейчас скажу. С Пашей, он талантливый звукорежиссер, звукоинженер и очень хороший музыкант, кроме всего. Он сделал мастеринг нашего альбома «Спартак». Ты, наверное, увидишь это в записи. Передаем тебе огромное спасибо на всю честную народ. И, значит, в связи с этим мы хотели сыграть композицию «Царство сна».
в начале нашей деятельности искали клавишника на смену Илье Мясину. И даже с тоски попробовали баяниста, но как бы не очень пошел он сюда. Вот. И на той же Тунгуске мы познакомились с Пашей Булаком. Паша вполне самодостаточный музыкальный композитор. Вот. Как только Паша пришел в группу, он сразу заболел, поскольку на даче он был жестоко искусан котами при попытке их разнять. Чуть не загрызли. Вот. Пока это он правда, лечил... это не байка. Это не байка, да. Все по-настоящему. Пока он лечился, мы разбирали новую композицию и попутно живо обсуждали это происшествие. В результате композиция была названа «И зачем я укусил хозяина?» как бы от имени кота. Вот. Название было сокращено до аббревиатуры «Изяуха». Но эту композицию мы играть не будем. Паша очень удачно дополнил группу клавишами второй гитарой и дарбукой. Дарбуку вы уже видели. А сейчас расскажу. Паша, вы тоже уже видели. Да. Благодаря Паше в альбом вошло много звуковых эффектов. Саунд-дизайн был, собственно говоря, рожден Пашей. И вообще альбом благодаря Паше появился на свет, потому что Паша руководил записью и в конце концов все самостоятельно свел, что вообще титанический труд. Паша, спасибо тебе огромное. В альбом Пашиной композиции ни одной не вошло, зато мы специально к этому дню приготовили вот Пашину композицию под названием «Франция». Секунду, мне нужно будет на подготовку. Thank you.
Закончили. Сейчас скажу еще одну речь. Нет, подожди. Вот. Многие наши композиции, если посмотреть наш канал на YouTube, оформлены очень интересной графикой. Этим же человеком оформлен наш альбом «Мы с Луны». Этот человек Арсений Лапин. Вообще история моего знакомства с ним почти мистическая. Я нашла его картины в интернете, и вдруг я там начала находить своих знакомых, нашла собственных 3 портрета. Это при том, что мы знакомы лично не были. Вот. И Арсений живет глубоко в Тверских лесах, в тайной избушке. Вот. И оттуда мы получили снятый самим художником клип, где он едет по Тверским лесам, там можно его самого чуть-чуть увидеть, под нашу композицию с альбома «Мотобайк». Вот, сейчас мы поставим клип, и потихоньку можно будет переходить к перерыву буквально на 10 минут, и мы вернемся снова в этот зал на второе отделение. Это не все знают. Она по первому образованию ихтиолог. Она выращивает рыбу. Может, плавала в море. Правда? Правда, правда. И выращивала рыбу. Не эхтиолог от слова «эх», а ихтиолог от слова «их». Чтобы у их, у рыб, был приплод. Чтобы у них был приплод, чтобы она была вкусная. Ее было много. Вот этим она меня поразила в свое время. Я думаю, с таким человеком нужно всегда иметь дело. Вот. Потому что талантливых людей много, деловых тоже. А вот их теологов поискать. А следующая вещь принадлежит ей, называется «Китайская дорога». К теологии не имеет никакого отношения. Thank you.
Оля, расскажи историю твою. В общем, история, она короткая и неинтересная у этой пьесы. Я ее написала сначала в электронном виде, ее не принял заказчик. Я первый раз была счастлива, что у меня не приняли работу, значит, я могу ее играть сама. Вот, свободные авторские права. Так что, если вдруг среди вас найдется заказчик, уже записанный всей группой трек ждет вас. Барабанщик в группе – должность капитанская. И у нас таких капитанов два. Два капитана барабанщика. Наш первый капитан, который принял участие в записи пластинки, Михаил Золотарев. И можно сказать, что благодаря его приходу группа сложилась. На альбоме мы презентуем его барабаны. К сожалению, Миша болеет, и он не смог сегодня прийти из-за этого. Миша, передаю тебе через божественный эфир привет и пожелание выздоравливать скорее. А второй наш капитан Григорий Шелихов. В общем, несколько лет назад мы пересеклись на одном из фестивалей с группой «Оркестр Куш». Фестиваль был такой, что вообще никого не было. Был только «Оркестр Куш» и мы. И мы слушали друг друга. Вот. И с тех пор мы были зачарованы этой группой. И, видимо, поэтому упала перст судьбы это был. И в результате вот Григорий с нами, чему мы очень рады. Капитанская песня под названием «Кот-капитаны». Thank you.
Напоминала сказку «Колобок», только с хорошим концом. Сначала мы замесили, так сказать, тесто, свели и записали весь материал. И отправились мы с материалом к Владимиру Миловидову из журнала «Инрок», ну, за советом. Он нас отправил дальше. Покатились мы дальше. Отправил он нас к Карайку Акопяну, арт-директора клуба «Козлова». А Раек, соответственно, отправил нас тоже дальше. Отправил нас к исполнительному продюсеру издательства «Артбит» фонда поддержки инструментальной музыки Алексея Козлова, к Николаю Богайчуку. Вот тут-то, по идее, исполнительный продюсер должен был нас слопать. Но вышло не совсем так. Вот тут как раз и завертелось. Именно благодаря Николаю мы и издали этот диск. Тут поучаствовал в издании диска дизайнер Александр Медведев, юрист Мария Горелова и также фонд инструментальной музыки, поддержки инструментальной музыки «Артбит». Огромное им спасибо. И аплодисменты. Спасибо клубу «Козлову» и издательству «Артбит», благодаря которым вообще этот диск появился на свет. Композиция, да, с ничего не говорящим названием «Без четверти восемь». Thank you.
Спасибо. Ну что, подходим мы к финалу нашего сегодняшнего вечера. Вот. Большое спасибо всем, кто пришли сегодня. Очень рады вас видеть. Мы даже, я не ожидала, что столько много будет людей. Вот. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Во ВКонтакте и в Фейсбуке мы очень легко ищемся по запросу «Мыс Луны». Это два слова, а не три. И даже не одно. Некоторые думают, что «Мыс Луны» — это такие грибы. Но спешим вас разочаровать. Можно купить у нас диск презентуемый. Да, единственный, наверное, способ купить его с автографом — это сегодня. Вот. И, пользуясь случаем, приглашу вас завтра на программу «Лунные народные сказки» в шоколадную фабрику. Там будет малый акустический состав. Вся информация тоже появится и уже есть в соцсетях. И последняя композиция — «Пурга». Вот написано, чтоб никто не писал в одно слово. Thank you.
Роман Смирнов, гитара. Андрей Шашков, бас. Григорий Шенков, барабаны. И флейта Ольга Шотландия. Ольга Шотландия, флейта, флейты, мандолина, звуковые эффекты, голос и фронт-момент нашей группы. Редкое сочетание красивой женщины и хорошего человека. Спасибо вам большое. Ну что, я так понимаю, еще одну сыграем? Но мы не еще одну сыграем, мы повторимся. Розовые тапки повторим. Да. И на этот раз мы включим клип, который я забыла включить в прошлый. Тоже по картинам Арсения Лапина.
Спасибо.